Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Орешек запутался. В один прекрасный день Орешек приехал в гараж. Чем же мне заняться после работы? Орешек! Ребята! Привет! Ты ездил работать на гору сегодня? Да. Там сейчас так здорово и очень много цветов. Ух ты, правда? Я тоже хочу поехать. Орешек, сможешь устроить нам экскурсию? Да, поехали. К тому же погода прекрасная. Точно? Здорово. Тогда поехали на пикник. А где Лани? Я не знаю, наверное, еще работает. Это здорово, поехали. Поехали, скорее. Хорошо, ребята. Будет так весело. Поехали, давайте же! Хорошо! Да! Ланя расстроится, если узнает, что мы поехали без нее. В чем дело? Поехали! Ладно. Ланя возвращается в гараж после работы. Ребята! Куда все подевались? Как же было весело, правда? Да, точно! Всем привет! Лань! Где вы были весь день? Мы ездили сегодня с Орешком на гору. На гору? Без меня, ребята? А если Ланя разозлится? Ох, какие красивые шарики! Где вы их взяли? Мы достали их на горе. Лани, а на самом деле... Ты завидуешь? Мы так повеселились. Да, там такая красота. И много прекрасных цветов. Вы забыли про меня. Поехали еще раз. Я поеду. Лани точно злится, надо было позвать ее. На следующий день. Это Лани. Что она делает? Что она делала в моем гараже? Шарик! Что же? Орешек! Как ты мог не позвать меня на пикник? Нет, невозможно! Просто поеду помыться. Только нельзя рассказывать Орешку. Лани! Не говори. Таню! Лань! Мне пора ехать. О чем ты сейчас говорил с Ланей? Что? О чем же? Лани просила не говорить тебе. Подожди, Таю! Она не хотела мне говорить. Возможно... Он поехал на пикник без меня. Он теперь мне не друг больше. Что, не друг? Таю! Лани! Поэтому и тебе нельзя с ним общаться. Мне пора ехать. Нет! Мы не позвали Лани на пикник. Не надо было так делать. О, Орешек! На тебе еще осталась пена. Что же делать? Зарядка завершена. Лани так разозлилась. Если заправился, езжай. Простите. Как я после этого могу быть другом Лани? К счастью, никаких повреждений нет. Надо бы извиниться перед Лани. Что? Орешек! Орешек ведет себя странно в последнее время. Да? Что же с ним? Лани! Вот и она! Эй, Лани! Как грубо! Что же делать? Орешек волновался, потому что Лани выглядела грустной.
никогда больше не подружусь с Лани. Мам, смотри! Ух ты, какие красивые цветы! Ух ты! Желтые цветы! И Лани желтого цвета. О, точно! Лани обрадуется, если увидит эти цветы! Ого, они такие красивые! Орешек, ты классный! Ничего особенного! Спасибо, Орешек! И тогда я извинюсь! Хорошо, я придумал! Ваша остановка! Спасибо, Лани! Пока! Пока! Вот и все! Лани! Это Орешек! О, нет! Лани! Привет, Орешек! Хочешь поехать со мной на пикник? Пикник? Я, наверное, не смогу. Ну поехали. Я хочу кое-что тебе показать. Ладно. Да. Здесь так здорово, не правда ли? Ага. Ух ты, и погода отличная. Ты правда так думаешь? Раньше была. Нет, нужно скорее показать ей цветы. Я хотел показать тебе это место. Та-дам! Что? Все цветы опали? Нет, так я не смогу помириться с Лани. Дорога усыпана желтыми цветами. Тебе нравится? Да, так красиво! Орешек! И тучи уходят! Ух ты! Правда уходят! Лани, прости меня за прошлый раз. Ты, наверное, очень злишься за то, что мы не позвали тебя. Нет, я совсем не злюсь! И вообще-то я должна извиниться. Что ты имеешь в виду? Понимаешь, тот шарик, который ты привез. Я хотела с ним поиграть немножко. О, нет! Что же делать? Что? Ты испортила шарик Орешка? И не говори, Тайо! Тайо! Лани! Не говори Орешку! Мне пора ехать! Я собиралась сразу извиниться, но потом я испугалась, когда ты появился. Вот что произошло! Но почему ты была такой злой у гаража? У гаража? Все потому что Рокки! Ребята, те шарики, которые вы нашли на горе, можно мне один? О, я уже его потерял. Мой улетел, когда я с ним играл. Что? А у меня все еще есть. Правда, Рокки? Можно я его возьму? Пожалуйста, я все сделаю. Все что угодно? Не передумаешь? Конечно, нет. Тогда сначала принеси мне шины. Потом почисти мой гараж. О, и можешь сделать то задание, которое мне дала Ханна. Все это? Ты сказала, что все сделаешь. Тебе уже не нужен шарик? Хорошо. Рокки, я все сделала. О, да? Можно я возьму шарик? Хорошо, хорошо. Что это? Он же сдулся. Ну, это же все еще шарик. Я все сделала, что ты просил. Ты такой грубый. Привет, Лани. Так грубо. Ясно. Да, прости, что я испортила твой шарик. Да нет, не переживай.
Я волновался, потому что думал, ты злишься. Так, ты простишь меня? Нечего прощать. Давай повеселимся. Давай. Как красиво. Это бабочка. Она думает, что ты цветок. Правда? Мы с тобой лучшие друзья. И любить тебя буду вечно я. Ух ты, шарики! Поехали туда! Хорошо! Вот так! Они такие красивые! Орешек, ты лучший! Да нет! Поехали потом на пикник! Поехали! Они во всем разобрались и подружились еще сильнее. Поехали! Спасибо, Сито! Как-то солнечным днем Сито разъезжал по городу. Его работа – показывать туристам достопримечательности. Приветствую вас! Здравствуйте! Ну что, все вошли? Мы отправляемся в... А? Чей это чемодан? Может, его кто-то забыл? Простите, никто не забыл взять свой чемодан? Подождите. Вы не откройте двери. Память уже не та. Оставить чемодан на тротуаре. Что бы я делал, если бы вы его не заметили? Большое спасибо. Я всегда рад помочь. Ну что ж, теперь назад в автобус. Вы точно справитесь сами? С легкостью. Ну, раз так, мы отправляемся. Наша следующая остановка – музей. Очень странно. Тут не должно быть так много машин. О, нет. Похоже, возникла проблема. Откуда их столько? А? Простите, дайте-ка проехать. Пэт! Привет, Сито. О, привет, Сито. Привет, Руки. Впереди что-то произошло, да? Что-то случилось со светофором на перекрестке. Да, поэтому мы и здесь. О, понятно. Ну, тогда до встречи. Пока. Простите, прошу вас очистить путь. Чуть не сбился с графика. Мы уезжаем через час. Как интересно. Не просто начался этот день. Если не ошибаюсь, где-то здесь проходит маршрут Ленни. Интересно, как у нее дела? Не застряла ли она в пробке? Сито решил проверить, как идут дела у Ленни. Ее остановка где-то рядом. А теперь едем дальше. Меня не пропустят. Но мне надо ехать. Простите. Что тебе? Мне надо двигаться дальше. Но... Что? Эй, ты, Джилис! Эй, крошка, так о чем ты? Так ни о чем, ерунда. Лене тяжело давались разговоры с мусоровозом Максом. О, нет, что же мне делать? Лене! Сито! Как твой маршрут? Мне надо ехать, а я никак не могу сменить полосу. Надо просто попросить. Я знаю, но... Сито решил сам поговорить с Максом. Почему здесь так много машин? Привет, Макс. Привет, Сито. Не окажешь мне услугу? Ты мог бы помочь Лене вон тому желтому автобусу сменить полосу? Так вот, что ты пытался сказать. Запросто. Вот, проезжай-ка. Вот, спасибо. Как повезло-то.
Большое спасибо. Еще увидимся. Не за что. Ну, теперь все в порядке? Да, большое спасибо. Не за что. Мне пора возвращаться. Хорошо, будь осторожен. Сито торопится к музею, чтобы вовремя встретить туристов. О, точно по графику. Ну как, понравилось? Да. Пора назад в автобус. И правда? Вам понравилась экскурсия? Да, очень. Если все на месте, то мы можем ехать дальше. Приключения Тайо. Думаю, одним нам не справиться. О, нет. Я ведь должен вовремя успеть в аэропорт. Да, нам понадобятся помощники. Эй, Роги! Сито! Что случилось? Я пытался проехать через стройку и застрял задним колесом. Сито, ты не мог бы нам немного помочь? Да. Но я сейчас на маршруте. За нас не беспокойся. Всегда надо помочь другу, если он попал в беду. Верно? Да, это правда. Да, конечно. Хорошо. Тогда выйдите на минутку. Это может быть опасно. Ну что ж, готовы поработать? Да! Раз, два, три, взяли! Давайте! Вы сможете еще! Что с вами? Да, ура! Получилось! Ай, молодцы! Спасибо, друзья! Роги, тебе пора работать. А? Ах, да! Увидимся! Поезжай, удачи! Спасибо, Роги! Нам тоже пора ехать. Да. Сито везет туриста вдоль реки, и у него прекрасное настроение. Так. Сейчас. Улыбочку. Благодаря Сито туристы прекрасно провели время. Спасибо большое. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо за чудесный день. Пожалуйста, вам понравилось? О, еще как. Как же может быть иначе с таким внимательным автобусом, как вы? Спасибо. Ну что ж, пора мне идти. Пока. О, спина! Все в порядке? Не волнуйтесь. Когда туристы разошлись, Сито вдруг почувствовал усталость. О, вот и все. Что-то я немного утомился. Пойду-ка отдохну на станции. Если не ошибаюсь, тут рядом маршрут Тайо. На сегодня все. Пора домой, на станцию. Сегодня был чудесный день. О нет, замок на прицепе открылся. Я так здорово прокатился. Еще бы чуть-чуть. О, Сито! Тайо, ты должен быть внимательней. Вы уж простите, ребятки. Если бы не ты, Сито, мне пришлось бы очень туго. Спасибо. В другой раз будь аккуратней.
Ну, теперь можно и на станцию. Ладно. Дайо, помедленней. До сих пор не вернулись? О, вот и они. Вот и я, Хана. Привет. Я здесь. Привет, Хана. С возвращением, друзья. Хана. Мы тоже здесь. Ну и ну, вы приехали вместе. Встретились по дороге. А, все ясно. Я пойду готовиться ко сну. Хорошо. Приятных снов. А? Что случилось, Сито? Просто я немножечко утомился. Правда? Хочешь, я тебя осмотрю? Нет, все хорошо. Поеду отдыхать. Сито очень устал. Ему нужен отдых. Ох, непростой выдался денек. Мне нужно поспать. А? Это вы, ребята? Что вы здесь делаете? Решили поблагодарить тебя перед сном. Спасибо за помощь, Сито. И от меня. За что? Ты всегда рядом, когда нам нужна помощь. Ты замечательный. Да. О, право, не стоит. Это моя работа. И, кстати, вы тоже молодцы. Ну все, ребятишки, сейчас поздно, и вам пора ложиться. Хорошо! Спокойной ночи, Сито! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Мы надеемся на тебя завтра! О? Завтра, да? И завтра. Надеюсь, завтра ничего не случится. Сито всегда готов помочь маленьким автобусам, даже если он очень устал. Спасибо тебе, Сито.